Активация. Сплайсинг генов. Не подходить. Высокое напряжение. Кошмар юрского периода. Кто за рулем, тот творит, что хочет. Забыла? Шоссе 58. Эй! О! Я своих мыслей не слышу. Детка. Прости. Мы ведь не будем твой монолог всю дорогу слушать. Чтобы быть смешной, нужно практиковаться. Это с неба не падает. По мне, ты очень смешная. Особенно внешне. Давай юморить здесь буду я, ладно? Не знаю, думаю, у меня талант. Понимаешь, это не просто стендап, потому что туда придет самый крутой менеджер в Лос-Анджелесе. Я с тобой. Даже если придется слушать твой монолог снова и снова и снова и снова. Следи за дорогой. О! Вот так. Спасибо. Обалдеть! Там город-призрак. Давай остановимся. Это же... Прикалываешься? Нет. Да брось. Мне нужно размяться. Может, перекусить, проверить входящий? Твой парень переживет пару часов без общения с тобой. Нам нужно доехать поскорее, чтобы я могла порепетировать. Порепетируй завтра. Кайл... Ладно. Уговорила. Что случилось? А, черт. Я влетел на 300 баксов. У тебя ловит связь? И что нам теперь делать? Там кто-то едет. О, ты чего? Я знаю, ты можешь гораздо лучше. Покрасуйся, покрути попкой, давай. Активнее. Молодец, да! Видишь, со мной поведешься и не такому научишься. Умница. Ух. Нас точно спасут. Не сработало. Может, нужны другие гениальные советы? Еще идеи будут, Кайл? Город-призрак. Можем дойти до него. Там точно найдется телефон. Далеко идти? Примерно 5 километров от шоссе. Дойдем еще до темноты. Супер. Мы все же не умрем. Ты не виноват. А, я знаю. Ясно. Да брось, я же шучу. Погоди. Постой.
пришли. А, написано открыто. Заперто. Джулия, что ты делаешь? Стой! Не зря же мы столько шли. Ты что, захотела пулю в лоб? Джулия! Давай, смелей! Магазин. Никого не видно. Есть кто? Эй! Привет! Да чтоб тебя, Господи Боже! Есть кто? Черт возьми. Похоже, тут никого нет. Так, не будем отчаиваться. Идем. Проход запрещен. Очень странное место. Можем остановиться в этом фургоне. Вообще-то, это трейлер. Да, это американская тема. Тебе не понять. Отель. Аптека. Смотри, можешь купить себе обувь. Магазин обуви. Неужели? Мило. Парикмахерская. А ты можешь побриться. Есть кто? Нужна комната. Мы в отчаянии. Джулия. Не замечаешь сходства? О, прелестно. Спасибо. Он похож на тебя в молодости. Знаешь, Кайл, это место и правда странное. Жутко до дрожи. Крутотень. Аптека. В чем дело? Не бойся, просто местный житель и все. Что там, Кайл? Что-то наподобие змеи. Ничего страшного. Ну все, мы уходим. Ты знаешь, что я боюсь змей. И что теперь? Куда дальше? Плевать! Я готова раздеться до лифчика, если нас подвезут. Лишь бы подальше отсюда. Джулия! 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 Нет, надо бежать из этого жуткого города, пока не полезли призраки. Ладно. Ладно, что будем делать? Там вроде чей-то дом. Я не хочу туда идти. Страшно. Но скоро стемнеет. Есть другие варианты. Ладно. Шикарный цвет. Есть кто?
Простите, у нас машина сломалась. Можно от вас позвонить? Есть кто? Чем это воняет? Не знаю. Это от тебя. Что за парфюм? Диор. Пивас. Как мило. Глянь, ну и старье. Да. Расслабься. Тут никого нет. Сэр? Сэр? Как-то у тебя хреново получилось. Давай сама, раз такая умная. Простите, сэр. Вам он плохо? Без сознания. Наверное, умер. Точно умер. Я же вижу, что он дышит. Он не дышит. Но я вижу, что дышит. Подъем! Что вы тут забыли? Простите, простите. Мы не вламывались. Просто мы увидели дом и зашли в вашу комнату. И мы думали, что... Мы думали, что... Вы мертвы. Мертв? Зачем вы тогда орали на труп? Ну, или серьезно ранена, Джулия. Нет, нет, я просто прикорнул после обеда. Простите, что разбудили. Мистер... Я Рэй. Здрасте, Рэй. Привет. Я Джулия. Очень приятно. А это Кайл. У нас тут редко бывают гости. Да, просто дом выглядит заброшенным. Ну, мы с братом затеяли небольшой ремонт дома. У вас есть брат, да? Он тоже где-то прилег поспать. Нет, он уехал в город за припасами. Скажите, у вас есть телефон? Нет, телефона у нас нет. Может, у вас есть запаска? Мы вам за нее заплатим, конечно. Возможно, где-то и завалялась парочка. Супер. О, отлично, потрясающе. Тогда, может, вы подвезете нас до туда, мы заменим шину и от вас отстанем. Но с этим будет проблема, потому что брат уехал на единственной машине. А. Ясно. Можете тут переночевать. Поужинаем вместе. Спасибо вам, Рэй. Просто мы очень торопимся в Лос-Анджелес, потому что у Джулии там завтра будет важное шоу. Шоу? Что за шоу? Стендап. Это что, стриптиз? Нет,
Это монолог комедийный. Я в курсе. Я тоже люблю иногда пошутить. Помогает скоротать время. Когда состоится шоу? Завтра вечером. Что ж, брат вернется к утру. А отсюда до Лос-Анджелеса 4 часа. Так что приедете примерно к полудню. А, это здорово. Ладно, пошли готовить ужин. Супер. Ага. Это жаркое по старинному семейному рецепту моей бабушки. Спасибо. Спасибо. На здоровье. Рэй, а это что такое? Вот, на. Посмотри поближе. Это копия настоящего когтя раптора. Обалдеть! Мне нравится. У нас тут полно подобных вещиц. Только представьте, динозавры гуляли по этой самой земле миллионы лет назад. Ого! У вас внушительная коллекция. Подсобка завалена этой ерундой. Тысячи артефактов и окаменелостей. Прямо тысячи? Угу. Джозеф Томпсон. Кто такой Джозеф Томпсон? Он мой брат, а это его вещи. То есть вы с братом приводите городок в порядок, чтобы водить сюда посетителей, так? Совершенно верно. И ты можешь работать у нас на ресепшене. О, да, хорошая шутка. А он юморист. Смешно. Если да? Со стендапом не сложится, приезжай. Заперты заложники. Помощь нужна? Нет, я и сам справлюсь. Жаль, я не успел показать вам тут все до темноты.
Может, утром получится. А во сколько... Что это было? Призраки шалят, не волнуйтесь. Серьезно, Рэй, что это? Там кто-то живет? Не мое дело, кто где живет. Если что, туалет там. Рэй, стойте, это было странно. Вы раньше слышали подобное? Я живу в городе Призраки. Здесь часто слышны странные звуки по ночам. Пойдемте, уже поздно. Ночью нас точно прикончат. Это отпугнет призраков. Ладно. Спокойной ночи. Большое спасибо, Рэй. Спасибо. Спасибо. Как это мило. Вы спасибо. Вы так добры. Вот блин. Из этой истории получится отличный стендап. Неужели? Придумай шутку. Не дождешься. Ну уже, давай, придумай что-нибудь. Эй. Мы весело скоротаем вечер. О. Может, научишь меня чему-нибудь? Да ну. Ага. Ладно. Микрофон работает? Да. Дамы и господа, с вами Фабрика Смеха. Сегодня мы говорим про фургоны. К вашему сведению, ночевать в фургоне – это, Они... Они, что? Так, охрана, у нас тут зануда. Уведите ее. Они... Ладно. Все, я сдаюсь. Все. У меня нет идей. Не так уж и просто, да? Сама попробуй. Твоя очередь. Нет, 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 нет. У меня куча идей. И если мы выберемся отсюда, я расскажу об этом на следующем шоу. А если серьезно, тебе не показался странным этот Рэй? Немного. А что? Ну... Мне показалось, что он что-то скрывает. Он просто редко общается с людьми, сама по сути. Ты видел лекарство у его кровати? Вдруг он психопат и хочет убить нас во сне? Да ну тебя! Почему именно во сне? Чтобы не сопротивлялись. Так, заканчивай, а то ты, как обычно, сама себя накрутишь. Ладно. Я предупредила. Постой! Ты куда это? Писать хочу. Я пойду с тобой. Зачем? Для защиты. Я мужчина. Ясно. Для защиты. Ага. Ну, конечно. Дамы, вперед. Пойдем. Thank you.
Ко мне, бубенчик, ко мне. Привет, малыш. Ко мне. Хороший песик. Ты там еще долго? Почти все. Встретимся у фургона. Нет, Джулия, не смей. Даже не думай. Тебе конец. Ты где? Ты нарвался? Все, пошли. Смотри. Что? Я тебя найду, слышишь? Паршивый ублюдок. Я говорила, он чокнутый. Идем. Скорее. Бубенчик, ты где? Ко мне. Я хочу, чтобы на моей могиле написали: «Здесь лежит труп Джулии, которая прожила бы долгую жизнь, если бы Кайл, который покоится рядом, не сказал, что уходить невежливо». Ладно. Тебе страшно, я понимаю. Но этому должно быть какое-то объяснение. Мне не нужно никакое объяснение. С меня хватит. Мне он показался милым. Вряд ли он способен на... Ребята! Эй! Откройте дверь! Мне нет, нужно вам кое-что не сказать. Не лезьте, а не то отхватите. Нет. Вы слушайте меня. Послушайте, это важно. Там в сарае кто-то есть. Что? Что за фигня творится? Что теперь? Вернемся в дом и найдем телефон. Что это было? Какая разница? Надо уходить. Ты слышишь? Твою мать, там кто-то есть. Уходим, там кто-то есть. Скорее. Погоди. Кайл. Подожди. Есть кто? Койота? Но больше койота и меня. Я будто в каком-то кошмаре. Так, все, соберись. Нужно отыскать телефон. Джулия! Да? Thank you.
муляж. Тут вообще нет ничего настоящего. Джулия, на кухне телефона не будет, ясно? Я поищу. Да вы издеваетесь. Что? Он грёбаный лжец. Его брат не приедет, потому что он умер. Кто знает, может, он убил его и скормил той твари, запертой в сарае. Чёрт! Что тут происходит? Мы не хотим проблем. Куда собрались? Нам лучше уйти. Нельзя. Там небезопасно. Я запер кое-кого в сарае, но не знаю, надолго ли. Что это за тварь? Не знаю. Я никогда такого не видел. Давайте затаимся здесь. Подождем до утра. Потом мой брат... Чушь собачья! Ты солгал нам, безумный старикашка! О чем это ты? Твой брат не приедет сюда ни завтра, ни вообще. Зачем ты солгал? Мне было одиноко. Представьте, каково жить здесь одному. После смерти Джо... Скажи правду, Рэй. Мы должны знать, что происходит. Кого ты запер в сарае? Сказал же, я не знаю. Ты уж прости. Знаешь, я думал, ты хочешь нас убить. В чем дело? Я что-то видела. Что там? Я не знаю. Слышите? Черт, он выбрался. Бубенчик, ты живой? Стой, 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 стой. Рэй, сколько, говоришь, продержится дверь? Я крепко подпер ее доской, а что? Когда я был у сарая, я упал и, кажется, нечаянно выбил доску. Но эта же тварь не сможет открыть дверь, правда? Я бы не надеялся. Бубенчик. Бубенчик, ко мне. Эй, бубенчик. Ко мне. Давай, беги сюда, ну же! Бубенчик. Давай. Ко мне. Ко мне! Скорей, скорей! Иди сюда! Сюда! Ко мне! Давай, бубенчик! Ну же, бубенчик! Давай, иди сюда! Давай! Не надо! Куда вы? Я должен его спасти! Рэй! Ко мне, песик, ко мне! Ну же! Скорей! Ко мне! Вот так, иди ко мне! Давай! Ай. Иди сюда! Ко мне, давай, бубенчик. Еще! Еще раз! Ко мне, бубенчик! Ко мне! Давай, давай, ко мне! Ко мне! Давай сюда! Вот так! Давай, давай! Молодец! Давай! Вот так. Ко мне. Давай, ко мне. Нет. Боже. Тихо. Тихо. Эй, успокойтесь. Не может быть, не может быть. Это все страшный сон. Выключи. Выключи. Он знает, что мы здесь. Но если мы будем сидеть тихо, он должен уйти. Задвинь
Задвинь шторы. Выключи свет. Ложись, скорей. Ложись, ложись. Ложись. Сюда, скорее. Джули. Он нас найдет. О, Господи. Слушайте, я могу завести пикап. У него сдох аккумулятор. Но если я доберусь до сарая и найду зарядное устройство, то смогу его завести. Ясно? Ясно. Мы здесь. Тут салон. А тут сарай. Вы двое. Идите в салон и ждите внутри. Я пойду в обход до сарая. Потом пойду сюда. И буду ждать вас с пикапом у салуна. Так. Вот. Вам это понадобится. Готовы? Вот, пригодится. Спасибо. Идите. Блин, он там. Да, нормально. У тебя приступ не случится? Нет, я же сказал, я в норме. Ладно. Что он делает? Джулия, ты куда? Джулия! Джулия! Скорей! Ну же! Заходи! Ви?
видишь что-нибудь? Нет, ничего. Я вижу Рея. Писец. Рей! Рей! Рей, береги! Рей! 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 Рей, осторожно! Что с тобой, сынок? Ты что такое? Ты как? Что с тобой? Все хорошо. Успокойся. Где Джулия? Тихо, 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 тихо. Нужно найти Джулию. Найдем, только успокойся. Ладно? Я в порядке. Точно? Сесть можешь? Да. Так, послушай меня.
Сиди здесь тихонько и приходи в себя. Я найду ее. Когда я с ней вернусь, будь готов сматываться отсюда. Где эта тварь? В подсобке. Рэй погиб. Знаю. Что с машиной? Дохлый номер. Подальше отсюда! Туда! Бежим! Thank you.
хотим выжить, нужно либо убить эту тварь, либо где-то запереть. Люк. Один будет отвлекать его, стоя на крыше, а другой сходит за кормом. Если мы заманим его в прицеп для перевозки животных, то сможем его там запереть. Все ясно? Да? Твою мать, помоги! Держу, держу, я полезу на крышу. Ладно. Ты иди за кормом. Ладно. Ты со мной? Да. Так, раз, два... Стой, 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 слушай, у меня вопрос, у меня вопрос. Какой? Это же прицеп для лошадей, да? Это для лошадей, понимаешь? А не для этой твари. Есть идеи получше. Нет, нет. Я люблю тебя. Нет. Ты сможешь. Готов? Раз, два, три. Все, беги, скорей. Давай! Сюда, ты, уродец! Кайл! Джулия, беги! Нет! Давай! Ha ha ha.
мини-маркет Брейдис. Залей на двадцатку. Вы в порядке? В порядке. Сдачу давай. Пожалуйста. Козел. Господи! Я думала, ты погиб. Я же сказал, что не пропущу твое шоу. Боже мой! Слушай, так как тебе вообще удалось выжить? Спрятался в шкафу. Кафу, говоришь? Поступил довольно по-гейски. Ну ты шутник. Ух ты. У нас общая психологическая травма. Мы теперь на всю жизнь связаны. Да. Что это за хрень была вообще? Мы забыли рюкзаки. Черт. Да и пофиг. Мне не нужен рюкзак. Еще 5 километров до машины. Надо маме позвонить. Да. Есть хочется. Мне тоже. Да. Пойдем в Деннис. Деннис. Блинчики. Вафельки. Прекрасно. Год спустя. А теперь встречайте нашего следующего комика. Ее стендап и просто обхохочешься. Родилась в Лас-Вегасе, а сейчас живет в Лос-Анджелесе. Прошу поприветствовать аплодисментами неподражаемую Джулию Кларк. Всем привет! Меня зовут Джулия. Рада всех видеть. Как поживаете? Все хорошо? Отлично! Да? Супер! Как бы там ни было, у меня точно все хуже. У меня полный капец. Я, знаете, скажу как есть. Я все еще пытаюсь справиться с психологической травмой после нападения настоящего раптора. До исторического динозавра, да. Я серьезно. Да. Кстати, я бы 100 пудов погибла, если бы мой лучший друг... Обворожительный ловелас и кошмарный водитель Кайл не спас мне жизнь. Да-да. Чистая правда. Вот он сидит. Он, кстати, в активном поиске. Я Атлас. Да.
Ну, не обольщайтесь, дамы, он не по вашу честь. Да. Его не интересуют девушки и рапторы. Он с ними уже наобщался. Это правда случилось. Я не шучу, так что позвольте дать вам парочку полезных советов. Если вам вдруг доведется убегать от рапторов, рекомендую надевать удобную обувь, потому что... Они жесть какие быстрые. И к тому же еще умные. Когда мы с Кайлом убегали, Кайл такой: «О, думаешь, он нас заметил?» Я говорю: «Да, Кайл, заметил. И параллельно успел оценить нас в плане финансов. Он реально умный. Типа: Джулия, я заметил, что ты в июле спустила 200 баксов в Икеи. Давай запишем это в рабочие расходы». Боже, Раптор, ты гений. Отличная идея, спасибо большое. Без проблем, Джулия, и еще кое-что. Да, Раптор? И тут он меня сжирает, он ведь динозавр. Джул, что случилось? Ты как, нормально? Да, да, все нормально. Прости. Ох, ну ты чего? Иди ко мне. Опять тот кошмар? Да. Это тот, где меня съедают? Может быть. Ясно. Прости. Да ладно. Слушай, я все понимаю, но его ведь нашли. Больше не о чем волноваться. Знаю, но я все думаю, вдруг их больше одного. Что тогда? Хватит. Этого просто не может быть. Уверен, он запросто мог создать больше. Не надо придумывать глупости. Он был один, обещаю. Обещаешь? Обещаю. Не бойся. Слушай, здесь же бывают землетрясения, да, верно? Да, конечно. Не бойся. Да. 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 Ладно. Видишь? Ничего. Чайна Уолкер, Ричард Ренни. Мел Меде. Кен Габи Мерц. И впервые на экранах Раптор Роджер. Послушай меня. Сиди здесь тихонько и приходи в себя. Я найду ее, ладно? А? Когда я с ней вернусь, будь готов бежать. Нет, нет, нет.
Боже, нет! Что? Вы чего? Над чем вы смеетесь? Вы должны сказать «снято». Из-за вас я голос посажу. Thank you.
Thank you.